Свой голос отдают и первые лица государства и округов. Так полпред президента ПФО Игорь Комаров проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде. В течение 3 дней созданы максимально комфортные условия для голосования людей. Хочется сказать, а вы проголосовали? А вы пришли на выборы президента России. Как говорится, все на выборы. И как-то, наверное, и с юности был приучен к этому. Всегда приятно прийти, посмотреть на участки, как-то проникнуться этой атмосферой. Не только с рабочего места, но как-то я, наверное, так привык, такой консервативный подход, может быть, но для меня это связано, конечно, и с эмоциями тоже. В Приволжском федеральном округе работает почти 22 тысячи избирательных участков, 740 из них в Ульяновской области. Кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов. Это дистанционное голосование и мобильный избиратель. Так, в округе порядка 1,5 миллиона человек выразили желание проголосовать с их помощью.